Итак, всем привет! Сегодня 4 января. Был только что на почте, получил две посылочки. Начнем с первой. В первой посылке у нас, судя по трек-номеру, приехали повербанки с встроенными аккумуляторами. Вот такая запечатание. Вот такие они маленькие. Заказал я их так потестировать. У меня были уже повербанки большие. Думаю, закажу что-нибудь поменьше. Значит, вот такие вот повербанки небольшие. Маленькие такие. Легенькие. Заряжаются. Вам, наверное, плохо видно. Сейчас я переставлю камеру. Сейчас, одну минуту. О, вот так. Значит, вот такие вот повербанки. Значит, на повербанке написано, смотрите, разные цвета я заказал. Все четыре цвета, которые были на сайте, все заказал. Симпатичные такие, маленькие. Просто надо потестировать, насколько, на как долго их хватает, скажем так. Так. Желтенький с белым. Симпатичный такой. И просто белый. Тоже такой симпатичненький. Значит, вот такие вот четыре цвета. Вот так. Но черный. Приехал полностью черный. А на картинке был здесь бордовый, а здесь черный. А приехал полностью черный. Ну, в принципе, это так, не столь важно. Значит, смотрите, что написано сзади. Power bank. Input 5 вольт, то есть входное напряжение 5 вольт 1 ампер. Output 5 вольт 1 ампер. Емкость 5600 миллиампер часов. То есть я так понимаю, что здесь стоят два аккумулятора 18650. Получается по 3800. 3800 плюс 3800 6400. Ну, че сколько? 5, ну, в общем, где-то около того. Угу. В общем, вот такая вот надпись. Здесь у нас USB выход, светодиод. Здесь кнопочка включения. Показывает заряд в процентах. Здесь USB разъем для зарядки. Так, если нажимать кнопочку, показывает заряд. В данном случае 100%. Нажимаем кнопочку. Еще раз. Разряженный. Заряженный. 75%. Заряженный 75%. Видно, да? Так, хорошо. Попробуем что-нибудь зарядить. У нас тут 75%. Берем. Берем нашу елочку. Так, а что это за светодиод? Светодиод как бы фонарик. Но он почему-то не горит. Ага, два раза надо нажать, и будет фонарик. Такой пауэрбанк можно и себе оставить один. Два раза нажал, выключился. Два раза нажал, включился. Хоп. Интересно. Значит, подсоединяем елочку. Так, берем телефончик. Nokia E52. И смотрим. Подсоединяем разъем. Хоп. Зарядочка пошла, как вы видите. Видите? Ползунок двигается, зарядочка пошла. Здесь у нас на повербанке показывается, что повербанк разряжается. Разряжается 75%, 50-25%. То есть идет разряд. Ну вот, в принципе, и все. Потестируем. Потестируем.
Надо будет каждый протестировать. Ну, хотя бы достаточно один протестировать, посмотреть, насколько реально, ну, как бы, насколько реально держится весь этот заряд. Так. Если отсоединить разъем, зарядка прекращается. Powerbank отключается. Ну, в принципе, работает, как и все powerbank. Попробуем поставить его на зарядочку. Так. Оп. Заряжается, видите? То есть, по сути, это, в принципе, такой неплохой карманный powerbank с фонариком, с USB разъемом для зарядки. В принципе, мне кажется, очень даже удобный. Заряд показывается нормально. То есть мне нравится 25, 50, 75, 100%. Все понятно, все интуитивно понятно. Один USB, то есть он настолько маленький, смотрите, вот в ладошку умещается. Можно положить в сумку, вкинуть, пусть себе лежит в сумке, если надо, достал, зарядил. Главное, чтобы он был постоянно подзаряженный. Вот. Я протестирую, как они держат заряд. Вот. И так далее. Ну вот, пока все. Спасибо.